привет! Обещала поделиться своим ремонтом в туалете, покажу о том, что я создала, потому что давно мечтала о подвесном унитазе и что еще такого интересного сделала у себя в туалете. Пойдем покажу. Туалет, на удивление, вот такой длинный, большой. Сначала я думала, боже мой, что ж такой туалет длинный, не добежишь, наверное, порою. Но сейчас настолько привыкла и настолько мне это нравится, что сидишь и ноги не упираются в дверцу. Здесь еще достаточно места вообще, вот такой просторный, светлый. Цвет стен выбирала кремово-розовый и потом к радости своей нашла вот такой коврик. Тканный коврик прямо под цвет стен, прям очень радостно. Ну и вот моя мечта, подвесной туалет, подвесной унитаз точнее. Крышка, конечно, с доводчиком. Это очень удобно, чтобы не... О, стукнула, да? Не открыла ее до конца, но не задержался. Но это очень удобно, чтобы она не стукала, потому что это раздражает. Такой красивый купила, дизайнерский, как это называется, в общем, для щетки унитаза. Вот, и учитывая, что хромированный вот такой кнопка смывателя, сделали отделку тоже в серебристых тонах. И мне очень хотелось, чтобы была полочка, чтобы можно было сделать дизайн. Дизайн я меняю достаточно часто, мне нравится, когда разные интерьеры вот такие здесь, потому что, вот знаете, когда бываешь в дорогих отелях, и там красивые украшения, вот такой дизайн нарядный, мне это нравилось, и всегда хотелось как-то тоже так оформить свой уголок вот этот уютный. Здесь интересное пространство, вот это такая вот полуарка, эркер какой-то получается. Здесь идет вентиляционная такая вот стена, а там вода, в общем, трубы для водоподачи, горячие, холодные, там счетчики за крышечкой открывающиеся. И поэтому здесь вот устроили вот так полочки. Здесь у меня библиотека. Я люблю с утра почитать. Кое-что там хранится такое разное, бытовая химия немножко, но в основном такое вот бумага туалетная, запас и книги, подписанные интересными людьми. Картины тоже я меняю здесь. Ароматами я пользуюсь обязательно только натуральными. У меня в доме давно нет пульверизаторов вот этих туалетных освежителей воздуха. Когда я прочитала о том, как они влияют на здоровье, на легкие, доставая до альвеол, я их удалила из своего дома и пользуюсь хорошими духами с натуральными компонентами. Это Мэри Кей. Вот, поэтому достаточно все просто, лаконично. Сейчас покажу, какой еще дизайн я меняю, какие букеты здесь ставлю. Вот посмотрите, как, что вам будет тоже интересно, я думаю. Туалет, на удивление, вот такой длинный, большой. Сначала я думала, боже мой, что ж такой туалет длинный, не добежишь, наверное, порою. Но сейчас настолько привыкла и настолько мне это нравится, что сидишь и ноги не упираются в дверцу. Здесь еще достаточно места вообще, вот такой просторный, светлый. Цвет стен выбирала кремово-розовый и потом... К радости своей нашла вот такой коврик, тканный коврик, прямо под цвет стен, прям очень радостно. Ну и вот моя мечта, подвесной туалет, подвесной унитаз точнее. Крышка, конечно, с доводчиком. Это очень удобно, чтобы не... О, стукнула, да? Не открыла ее до конца, но не задержался. Но это очень удобно, чтобы она не стукала, потому что это раздражает. Вот такой красивый купила, дизайнерский, как это называется, в общем, для щетки унитаза.
Вот. И учитывая, что хромированный вот такой кнопка смывателя, сделали отделку тоже в серебристых тонах. И мне очень хотелось, чтобы была полочка, чтобы можно было сделать дизайн. Дизайн я меняю достаточно часто. Мне нравится, когда разные интерьеры вот такие здесь. Потому что, вот знаете, когда бываешь в дорогих отелях, и там красивые украшения, вот такой дизайн нарядный, мне это нравилось, и всегда хотелось как-то тоже так оформить свой уголок вот этот уютный. Здесь интересное пространство, вот это такая вот полуарка, эркер какой-то получается. Здесь идет вентиляционная такая вот стена, а там вода, в общем, трубы для водоподачи, горячие, холодные, там счетчики за крышечкой открывающиеся. И поэтому здесь вот устроили вот так полочки. Здесь у меня библиотека. Я люблю с утра почитать, кое-что там хранится такое разное, бытовая химия немножко, но в основном такое вот бумага туалетная, запас и книги, подписанные интересными людьми. Картины тоже я меняю здесь. Ароматами я пользуюсь обязательно только натуральными. У меня в доме давно нет пульверизаторов вот этих туалетных освежителей воздуха. Когда я прочитала о том, как они влияют на здоровье, на легкие, доставая до альвеол, я их удалила из своего дома и пользуюсь хорошими духами с натуральными компонентами. Это Мэри Кей. Вот, поэтому достаточно все просто, лаконично. Сейчас покажу, какой еще дизайн я меняю, какие букеты здесь ставлю. Вот посмотрите, как, что вам будет тоже интересно, я думаю. Вот, к примеру, вот такой дизайн еще у меня. Просто букет поменяла, добавила зелени. И получается тоже что-то новое. Заходишь, и вроде как новое впечатление. Новый вид, тут картину можно поменять. Там могу поставить, например, вот сюда свечи другие, вот это убрать, еще вазу здесь поменять. Там к Новому году, например, еще там ряд свечей поставить. Вот так интересно, можно просто, казалось бы, в обычном туалете что-то для себя менять. И вот такой тоже дизайнерский нашла светильник. Это кружево, это на самом светильнике вот такое кружево прикреплено, очень прикольно, интересно. И ну, хорошо светит, мне нравится, светло. Вот такой получился приятный, спокойный ремонт. И плинтусы потолочные тоже вот такие нарядные. Буду рада вашим отзывам, впечатлениям. До новых встреч!